В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите. Как я устраиваю аристократические прогулочки. Как чудно, как мне нравится здесь. Такая погодка замечательная, да? Вы не находите? Как я дамажу мобов в данже. Что это? Это сильный! А! Я кританул себя! И как я поверил в карму? Сейчас рыба будет мстить мне за маленьких рыбешек, да? Всем хай! С вами Южин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Мы с вами в прошлый раз побегали по деревне от страшных монстров, куча боссов было, куча всего произошло в той серии. Надеюсь, и здесь будет нам не скучно. Кстати, между нами до сих пор действует уговор, священный уговор, скрепленный рукопожатием виртуальным, который гласит, что если я не сдох в этой серии, вы ставите обязательно лайк. Если я сдох, ставите дизлайк. Это очень рискованное мероприятие, очень рискованная сделка, но вот так вот мы играем. Потому что я еще ни разу за всю игру не сдох. Это рекорд, на самом деле, для меня. Мы с вами остановились возле мельницы, и мы сейчас заходим туда. Я буду заходить с дробашом. Только так теперь живем. По-другому никак. И что? А, здесь машинка печатная. Ух. Хорошо. Окей. Окей, 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 мы должны найти какое-то колесо. О, нет, только не подвал. Да ё-моё! Да ё-моё! Опять подвал! Да ё-моё, не хочу! Костыль? Нет, это лопата. Сначала подумал, что это костыль. Трость. Заметили, как я сразу внезапно стал тихим? Потому что страшно. Потому что я... Ещё ниже! Вы издеваетесь надо мной. Ну ладно. Кстати, только что сейчас заметил. Видели, у Итана рука вшит. Что этот растворчик чуть целебный еще и на одежду действует? Да, Димитреска нам рубанула вместе с рукавом. Мы рукав срастили. Если он случайно пропердит свои трусы от страха, то мы тоже можем с помощью раствора хлоргексидинчика срастить все это дело. Носки, если протрет от бега. Фух, вот это да. Потом Итан по завершении всего этого может стать портным, самым лучшим. Сшиваем без ниток. Всего лишь марганцовочный раствор. Я тебя вижу, я тебя вижу. Ты мерцаешь. Опа. Короче, мы в шахтах оказались. Я что-то вообще не ожидал этого. Помните игра The Evil Within? Вот здесь прохождение мое этой игры. Обязательно вам нужно его заценить. Это очень прикольный тоже хоррор был. Необычный. И вот сейчас мне почему-то это все напомнило. Evil Within. Ты, Кать, включишь свой дурацкий фонарик. Итан, пожалуйста, спасибо. Очень бы хотелось. Все такое, все очень контрастное такое. Я ничего не понимаю. А, заперто с другой стороны. Эмбрионовским ключом. Тут будет трупы шахтеров на меня нападать, да, судя по всему. Не, мы здесь забраться не можем. Не можем. Тоже с другой стороны. Окей, значит, нам только сюда. Оу. Оу. Стоп, в мельнице-то кто живет? Вот этот. Квазимодо, да, по-моему? Стрёмный. Да, не зря же тут все в слизи было, когда мы сюда шли. Ковер. В этих сумочках ничего нету. Для чего эти сумочки? Так, поскольку у нас уже с вами нету, да, бомб самодельных, давайте ножик вниз. Главное потом вспомнить, что он вниз у меня. Нет? Только так? Нет? Или просто можно протиснуться? А он не слышал, да? Он, наверное, не слышал, как я выстрелил только что. Просто стреляй, убей его. Блин, это очень страшно. С руками. Ба!
Ты в порядке? Ты перепил? Пересмотрел в помехе? Я готов на все ради тебя. Ты почему такой неприятный? Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь, лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Он... Это замануха! Он притворяется! Он сейчас будет смеяться! Тупица! Болтаешь зря! Итан! Все кончено! Он меня пугает! Ребята, он меня пугает! Ты тварь! Здесь мои владения! Я тебя не выпущу! Черт! Вот урод! Блин, дела плохи. Нет, 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 я не хочу. А, сюда мы не можем тоже туда пройти. Или можем? Блин. Даже не проси. Да она уже у меня. И тем более, никто над тобой не будет смеяться, так как все остальные тоже просрали. Тихо. А! О боже мой. Повелитель соплей. Только сюда, да, теперь? Как же выбраться? О нет. О нет. Так, мы можем попробовать сюда пройти. Давайте. Пистолет, все будет нормально. О, кто? Кто смел? Есть. Не зря здесь вот эта штука. И мы можем изучить. Можно сломать силой. Вперед. У нас нет силы, да, судя по всему. Ладно. Можно сломать силы, но делать этого, конечно же, Итан не будет. О, да ладно, улица. Как дивно, как славно, как чудно, как мне нравится здесь. Такая погодка замечательная, да? Вы не находите? Где, как мы здесь оказались, не понимаю. Мы же были возле мельницы, это другая мельница? А, здесь много мельниц, это кладбище мельниц. Так, это что такое? Сокровище, да? Как мне к тебе попасть? Мое милое сокровище. Не знаю. Потом разберемся. Положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер. Рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. Да? Сейчас будут еще и рыбы гигантские. Тут все мутировало. Это же традиция, да, для резидента. Они делают всегда вот этих монстров рыб, монстров крокодилов. Еще кого-нибудь. Вместе с лодкой. Но он сожрет меня. Нельзя сейчас плыть. Пока плыть не стоит. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Мы отсюда пришли. Можно пойти вот сюда. Или нет. Тогда идем. Блин. Значит, мы не сдохнем точно. О. Нужен ключ от лодки. А у меня его нет, да, естественно?
Ключ, 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 ключ. А, и там же в этой в избе было написано, где ключ. Еще раз, в бытовке, да, он находится? Ключ от лодки, бытовка. В шахте. Надо обратно в шахту вернуться. В бытовке. Может быть, здесь? Погодите, сломать силой. Ой, как вы сейчас... Как вы сейчас, наверное, взбесились, да? Нет. Чё-то я не подумал. Это не считается. За это дизлайк не ставим, понятно? Пожалуйста, не делайте этого. Вы нарушите уговор. Тупить можно иногда. Когда страшно особенно. Я бы посмотрел на вас. Так, все, окей. Идем. Вон он. Это не он. Это его приспешники. Он сам выглядит как приспешник. Тут что-то светилось или мне показалось? Нет, не светилось. Окей, кажется, нам нужен стелс. Аккуратненько. Сколько их там? Раз. Раз. Нет, и как минимум двое. Лучше избавиться. Опа, подстрелил. Опа, подстрелил. О! Тишина. Фу. Неплохо так подстрелил. Что он тут жрал? Рыбу. Воу! 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 Стоп! Фу. На что есть? Самодельная бомба. Ставим. Так. Давай, давай, давай! Тихо! Воу! Воу! Что это? Что это? Это сильный! А! Я криптанул себя! Тихо! Получай! Закрыть! Закрыть! Закрой! Прям рядом встал! Так, что это? Ключ от лодки! Здорово, я рад! Нет! Стреляй ты! Побежали! Все, 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 все. Это от лодки, это от лодки, это от лодки. Уходим отсюда. Подожай. Там что-то внизу бочка. Хрен с ней. Ну все. Ну ты не заберешься больше. Убежал, да? Зассал. Забираться-то зассал. Так, смотрим. Этот туннель мы еще с вами не осмотрели. Как там у меня здоровье? Ой, сейчас здоровье идеальное. Все-таки я бы посмотрел, что тут есть. Слышите, музыка нагнетает, нагнетает. Здрасте. Оп. С огнем не играйся. Тихо. Хорошо, отлично, сокровище. Подзаработаем. Хорошо, что вернулся сюда. Мне как раз таки нужен лут. Фу. И до сих пор не погиб. Кстати, они могли в любой момент зайти с другой стороны, да? Так, вот в этой хижине все мы посмотрели, все нашли. Вроде все. Теперь вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это что? Это можно? Нет. А трупы? Нет. Я не знаю, мука, работает ли она здесь? То есть, не то, что она работает, а можно ли что-то найти здесь? Потому что я уже сколько раз бил... Ни разу не находил в муке ничего. И сейчас не нахожу.
Блин. Знаете, что-то еще явно есть. Ой, мама. Все. Все ведь? Блин, все. Возможно, еще какой-нибудь кристаллик, да? Подсвечивается где-нибудь отсюда, если смотреть. Нет. Окей. Ну, что-то, наверное, такое прикольненькое мы пропускаем, но... Выжжапа, пожалуй. А, нет, стоп. Вот еще. Все равно что-то осталось. Сволочь. В другой раз. Ой, там что-то плавает. Что-то плавает. Не страшно. Выход к лодке. Правильно иду. Все еще жив. Уа! Сколько вас? Сразу говорите цифру. Число. Количество. Блин, двое. Калина, подстрелить. Подстрелить. Черт. Оп. Да блин. Да блин, стреляй. Да он не сразу стреляет, когда я беру. О, ты еще встал? Он не сразу. Я отвечаю, он не сразу это делает. Твою мать. Как я сержусь, как я злюсь. Такие моменты, очень страшно. Так, юзаем ключ от лодки. Ну, понеслась. Сейчас рыба будет мстить мне за маленьких рыбешек, да? Месть царя рыб. Правильно я плыву? Я даже не знаю. О, тут прям как в GTA. Полная свобода. Мне нравится. Если нам дали такое управление лодкой, такое плавное и детальное, что, видите, резко тормозит, поворачивает. Это значит, что все зависит от нас. Тут не будет катсцен, скорее всего. Нам придется очень грамотно от рыбки уворачиваться. И это слегка напрягает! Что за хрень? На 180 домой! Вот что за хрень. Как я так поворачиваю? Ладно. Стоп, давайте поймем, куда нам хоть. Плотина. Нам вот сюда нужно, на водохранилище. Охренеть! Нас ждет долгое путешествие. Стрём. Даже не знаю, даже не знаю. Ладно, пойдемте сюда. Так, давайте на нос смотреть. Хрень, да? Собачья. Окей. Поворот. Это словно Shadow of the Colossus. И я каких-то титанов постоянно пытаюсь убить. А, мы сюда плыли? Это было просто. Ну, может быть, там будет еще одна лодка. У нас ключ остался? Нет, все. Че? Все? Окей. Кстати, у меня еще прохождение есть Shadow of the Class. Для всех, кто не смотрел. Вот здесь. Вам понравится. Мне понравилось. А вам тем более. Так, погодите. Значит, вот здесь надо. Вот катсцены. Что это? Что за лаборатория? А это что такое? Что за херню тут делают? Блин! Ты кто? А Эйтан шарит. Отвали от меня! Лежать, сука! Эйтан. Знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет Крис. Жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность?
Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Вон, датчик движения рыбу обнаружил. О, нет. Не нет. В наши дела, Итан. Какие еще? Назад! Отвали! Это как бабуля! Это как бабуля из Little Nightmares! Выход под водой! Тебе конец! Вы какой-то мерзкий! На это нет времени! Ты поздно! Миранда уже подготовила церемонию! И послала тебя, чтобы отвлечь меня! Ты жалкий ублюдок! Не издевайся! Нечестно! С ней должен быть я, не ты! Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать! Боже! Мама! Почему? Почему? А, нет. Стоп! Рыба, это он и есть! Тихо-тихо-тихо! Дома, Евгений, быстро! А! Черт! Главное двигаться, бежать! Нет! Оно сзади! Не оборачиваться! Да что же делать? Где мы? Угу, аж вон где. Опа, дом какой-то. Он сказал, что выход под водой. Я слышу. Слышу мразот. Так, шлюзовая... Это рыба, да, все плавает? Выход под водой? Я не знаю, что это значит. Тут у нас монстры будут сейчас. Надо избавиться от них в первую очередь. Никого нет? Кто это? Герцог! Чё? Чё ты здесь делаешь? Ладно, сейчас к тебе приду. Как ты перемещаешься? Я уверен, ты это какой-нибудь, знаете, одна из щупалец какого-то мега-огромного монстра, да? Здрасте. Так, обломок кристалла, кристальный череп. Отличный кристальный череп. Фу, так. У меня есть новинки. Погоди, новинки, это хорошо. Но сейчас... Сейчас. Мне надо вот эту рукоятку, наверное, купить. Ага. Да. И, пожалуй, я куплю еще... А, все, мы не можем купить наши, эти, лечилки. Тогда давайте прокачивать дальше. Темп стрельбы, перезарядка. Темп стрельбы. Позвольте мне. Спасибо. Заходите еще. О, есть сейвка. Ладно. Выход в воде. Мы должны открыть... Что это? Это загадка. Синий. Так, два нижних. Оранжевый. Если только откачать воду. Черт, электричества нет. Электричество.
Но надо где-то его подать, это электричество. Стоп, вот в эту сторону нужно пройти. Воу. Инструкция по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендуем сбросить излишки воды. Следующим образом. Запустите ветродвигатели рукояткой, чтобы подать питание в шлюзовую. Потяните рычаг в шлюзовой, чтобы открыть затвор шлюза. А, нам нужны все вот эти вот мельницы. Надо их запустить. Сдается мне, мы вот здесь сможем, да, пройти? В ту сторону. И здесь мы можем пройти сюда, до туалета. Так сказать, немножко облегчиться, ибо... Это очень жестко все. Все, что происходит с нами. Реагент у нас есть. Как у нас? Всего два их. Ладно, этого хватит. Этого хватит. Помним, какие кнопки у нас действуют. Опа, машина. Эта рукоятка старая и ветхая. Она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас есть только на втором ветряке. У-ля-ля. Геноцид куриный! Так, мясо птицы. Ваша жертва не будет напрасной, понимаете? Все впрок пойдет. Я спасу Розу и Мию. Может быть, еще и Криса. Возможно, он даже не злой. Так, подобрали, подобрали. Обломок кристалла, зашибись. Так, кажется, мы здесь все посмотрели. Нет, вот еще. Кстати, почему бы нам не сделать патрончики? Вот для дробовика у нас всего три. Ну его нафиг. Пусть будет больше. Зачем? Я случайно нажал! Твою мать! Случайно. Простите. Простите меня. И давайте одну мину сделаем. Бывает же так. Такое огорчение в жизни. Опять же, можно тупануть. Нельзя умирать. Пожалуйста, не сломай. Но сломается, конечно же, сейчас. Ох, нет. Да елки зеленые. Серьезно? Ну все ожидаемо было. Пойдите, на следующий ветряк нам надо вот туда попасть. Блин, такое все веткое. Мне кажется, что я сейчас сделаю шаг лишний, и все упадет. Продолжаем поиски важных вещей. Лестница вниз. А-а-а. Только бы нам не пришлось в воду лезть. Мельница даже не красная. Так, ну здесь ничего нету. Кстати, давно уже не видели козликов с вами, да? Секретных козликов, которые можно убить. Стоп! Давайте подумаем. Здесь по-любому будет разрушаться вообще все, что здесь есть. Все будет разрушаться. Нам надо понять, как мы можем идти. Пробежать до этого дома. Оттуда... Лайф? Патроны. Ближе. Все окей? Рыбки нету? Блин! Так и знал! Тихо! Хочу стать рыбьим кормом. Побежали! Беги! Как ты быстро бежишь! О, она прям сзади меня! Тек! Нет! Скажите, что это так надо! Пожалуйста, скажите! Нет, не делайте этого. Я столь... Черт, почему сейчас? Что я не так сделал? Все, не делайте. Одна поблажка есть.
Есть поблажка. Что надо так? Твою мать. Ладно, уговор есть уговор. Ставьте. Вперед, ставьте. Ставьте дизлайк. Давайте. Проявите эту вашу гадкую натуру. Сделайте это. Так. Я понял, что я сделал не так. Я поторопился. Блин. О! Где она? Рыба. Мистер Фиш. Мистер. Так, ну это брось. Кажется, она сейчас здесь проплывет, да? Вот она. Бегом. А погодите, а нельзя? А нельзя? А куда можно? Что-то должен... Что-то я должен. Я не понимаю пока. Вы видите что-нибудь? Я вообще ничего не вижу. Так, ну она здесь меня не сожрет, поэтому не торопимся. Так обидно, я сдох, прям не могу. Я ничего не вижу. Если только... Блин, нет, нереал. Не пробегает. Воу-воу-воу-воу. Вот если вот сюда пойти попробовать. Вверх и вниз. Что это значит вверх и вниз? Давайте так. Если я не сдохну, вы поменяете дизлайк на лайк. Зовет она. Я не понял, что сейчас надо сделать. Так, вон бочка стоит. Ну-ка, бам. Просто с припасами. Что значит вверх и вниз? Что это значит? Ладно, давайте попробуем дойти до сюда. Я не знаю. Ну, дошли мы. Понял. Окей, хорошо. А, тихо. Воу! Бегом! А! Нет, 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 все, в дом, в дом. Он безопасный. Как же у меня вибрирует геймпад. Как-то мы можем что, толкнуть? Если я больше не сдохну, меняйте обратно. На лайк, помним все. Это очень важно. Так, а, смотрите, цвета. Что мне надо делать, спрыгивать что ли? Фиг там. Так спрыгнул. Здрасте, мистер Щиток. Вау. Вонище. Кстати, все это нельзя. Да потрогай, все нормально. Ты видел тварей пострашнее. Но есть страшные твари, а есть мерзкие твари. Оу. О, а как нам вернуться теперь? О, нет. Придется обойти. Тихо, тихо. Ты ведь не на меня? Ты ведь не на меня? Окей. О. Понятно, как все хитрожопо сделано. Беги, быстрее. Есть. Так, еще зеленые. Получается, у нас будет мало времени. Что это? Патроны револьвера. Здесь револьвер где-то есть. Оранжевый поднимается обратно.
Давайте установим, где эти зеленые находятся. Зеленая вон там. Как долго она держится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, фига, 21, 22, 23, 24, 25, он вот что-то 25 секунд. Ну где-то, короче, около 30, поскольку он еще пока поднимается. Хорошо, 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тихо. Где она? Где рыба? Рыба? Я боюсь идти сейчас, боюсь не успеть. Блин. Слишком долго уже жду. А ее все нету. Ладно. Нет! Вау, блин. Все, побежали, 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 побежали. Блин! Да, ты классный. Ты смог меня убить. Единственный, кто смог меня убить. Среди всех. Я даже похлопаю тебя. Так, почему он? Почему он мне не показывается? Если он не показывается, значит, что я смогу добежать, да? Или это, опять же, уловка? Блин. Побежали. Обратно. Быстрее, 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 пожалуйста. Пожалуйста. Он очень хитер. Он гораздо умнее всех остальных. Реально, рыба мстит мне за все, что я сделал. Я очень много рыбы убил в своей жизни. И кучу рыбы съел. Чего стоит только прохождение Fish Fit and Grow. А, посмотрите, кстати. Блин, мне его даже жалко. Он такой лучше всех, мне кажется. Самый милый. Нет. Далеко рыба. Что это? А, как раз таки здесь была эта бочка, которая пристрелила издалека. Столько мертвой рыбы. Я скорблю, я оплакиваю вместе с тобой. Блин, неплохо они пугают меня. Зачем нас туда? Зачем они хотят, чтобы мы туда пошли? Да, нам не нужно. Не, я понял, я понял. Это мы просто обратно вернемся. Нам сейчас надо. Ой, как страшно будет. Так, рыба. Рыба. Вот он. Ждем. Все. Ага. Он в эту сторону поплывет? Нет. Фу. Какая динамика здесь. Тихо. Режем. Интересно, он чувствует боль? Ведь это его слизь, это часть него. Главное, ничего не упустить. Припасы нужны. Дом. Хлама. А посуда целая. Все в порядке? Все в порядке. Чувствуете, какой драйв? Я прям чувствую его. Что у нас здесь? Что у нас тут? Ох, Итан. Ты просто отец года. Столько... Столько усилий. Вот это ради разобранного на части ребенка. Ты хочешь собрать ее. Вот это я понимаю. Окей. Видимо, надо идти. Блин! Тихо. Он разрушит все здесь. А! Быстрее! Воу!
потопит этот чертов корабль сейчас. Куда здесь? Что здесь? Ничего не видно. В какую сторону мне? Что мне делать надо? Наверх? Так. Есть. А, я в восторге. Мне прям очень нравится играть. И у нас получается, я играю, вы смотрите, как я играю, и мы еще играем вместе с вами. На лайки, дизлайки. Такого мы еще с вами никогда не делали. Но это весело. Да! Тихо. Второй ветряк. А как мне его запустить? Или, а, он работает. Все в порядке с ним. Что это? Сейчас сюда не залезть. Но когда? Он сражается. Погодите, стоп, его надо отключить. Ой, время потерял. Забрать. Скорее. Отлично. Пожалуйста, скажите мне, что у меня еще есть время. И что он просто так долбит, чтобы нас так подпугивать. Чтобы мы подсирали слегонца. Зиплайн! Зиплайн! Валим! Есть! Нет! А! Да, боже мой. Все. Так, рукоятка. И сейчас она опять сломается. Нет, я забрал ее. Электричество есть. Теперь нам куда нужно идти? А, не сюда. Тут нельзя сохраниться? Где-то можно было. А, у герцога. Это надо сделать прямо сейчас. В срочном порядке. Герцог! Герцог! Спит? Ты охренел спать? Если только посмотреть витрину вон там. Так. Обломок кристалла на 2К можно продать. Окей. Ну вот скажите, зачем мне это? Я думаю, чтобы бабла получать. У меня Но я не понимаю, для чего ты хочешь. Какие новинки? Где? Ничего нового не вижу. Разве что... Этот пистолет, но... Клинок самурая, нафиг он мне сдался. Не сдалось. Только патроны и вот этот брелок. Украшение мистера Вездесущего. Он ничего не стоит, поэтому давайте его купим. Я вот тебя куплю. Счастливо. Погоди. Здрасте. Кухня. Итак, мы можем... Плов, мясо птицы. Есть. Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Сытное блюдо. Это плов настолько калорийный, что ваше тело станет еще крепче. Готово. Садитесь. Плов с домашней птицей и мясом. Отлично. Черт, опять захотел есть. Получаемый урон при блокировке снижен навсегда. Я бы такое съел еще разок. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Мне понравилось, спасибо. Отлично, у нас теперь блок все блокирует навсегда. Теперь давайте мы решим пазл. Значит, смотрим. Должны быть... Все, в принципе, очень, наверное, легко, да? Что мы делаем? Что? Стоп, я меняю. А, я просто меняю. А как выключить?
Погодите. Не, эта штука должна быть внизу. Все, я понял. Я понял, в чем прикол. А, вот это синее. Она просто перевернута, эта бумажка. Это оранжевая должна быть. Потом здесь синяя, белая, оранжевая. Оранжевая, белая. Сейчас мы сольем его просто, да? Или нет? Нет, мы не сольем его, но мы сольем воду, он не сможет больше плавать. И надеюсь, что он не сможет просто себя сдержать. Все, сохраняемся. Что ж, на этом мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то... Короче, без понравилось и так далее. Если вы приняли мой уговор номер два, вы меняете дизлайк на лайк. Потому что я не сдох. Я довольно-таки неплохо справился, как мне кажется. Просчитал все, реагировал как-то грамотно. Поэтому, пожалуйста, поменяйте дизлайк на лайк. Пожалуйста. Будем в следующий раз также, наверное, играть, если вам зайдет. Короче, с вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо. Всем пять!